Сказка называется «Заяц Хваста». Жил-был заяц в лесу. Летом ему было хорошо, а зимой плохо. Приходилось в деревню бегать, зерно воровать. Прибежал заяц на один двор, а там уж стадо зайцев сидел. Стал заяц Хваст. У меня не усы, а усищи. У меня не зубы, а зубище. У меня не лапы, а лапище. Я никого, ничего не боюсь. Пожалуй, зайцы тетки Вороне. Пошла на зайцу Хвасту рыскать и нашла его под кустом. Заяц испугался Ворону и говорит: «Тетка Ворона, я больше так не буду». «Каррк, каррк, а как ты хвастал?» «У меня не усы, а усищи, у меня не зубы, а зубище, у меня не лапы, а лапище!» Потрепала тетка Ворона зайца немножко. «Каррк, каррк, больше не хвастай!» Сидела однажды ворона на заборе, подхватили ее собаки. И давай мять. Заяц это увидел и думает: чем же вороне помочь? Выскочил на горочку и сидит. Собаки его увидали, бросили ворону, да за зайца побежали. А ворона тем временем на забор улетела. Заяц лес подскакал и от собак убежал. Через несколько дней ворон опять встретил зайца и говорит ему: «Карр, карр, вот теперь ты молодец, не хваста, а храбрец».